Увлекательный экскурс в прошлое можно совершить, заглянув в сквер «Юность», что на улице Заводской. Здесь на 4 стендах разместились 48 фотографий, запечатлевших зимние развлечения, спорт и быт видновчан, начиная с 50-х годов прошлого века и заканчивая 2000-ми. Ставшая уже традиционной выставка проходит в этом году уже в третий раз. Экспозицию собирали буквально всем районам. Часть фотографий из фонда самого центра, остальные из групп в социальных сетях «Город видное» в фотографиях наших жителей и архива Московского коксогазового завода. Дворник идет убирать, как у нас тогда убирали снег, именно с лопатой, именно в фартуке, именно вот такая бабушка боевая, да, вот здесь она у нас в центре представлена. И вот фотографии того времени, вот заснеженные улицы, пустынные, ни одной машины, но вдалеке какой-то там мотоцикл, да, с коляской. Вот такие были улицы. Один из стендов посвящен излюбленным зимним детским забавам в 60-х, 70-х годах. Тогда детвора дни напролет играла в зорницу, каталась на лыжах и участвовала в эстафетах. Много фотографий из архива Московского коксогазового завода. Краевед Владимир Меньшов когда-то сам работал на заводе и принимал активное участие в организации многих спортивных и досуговых мероприятий. На заводе была большая спортивная работа, и поэтому много было видов спорта. Много. Футбол тренировались даже и зимой. Проводили турнир «Кожаный мяч» в зимнее время. Причем соревновались между цехов, как правило, цех на цех. Было первенство коксогазового завода по футболу, по хоккею, по лыжам. Задача организаторов выставки – показать, как менялся облик района, его жители, их быт и досуг. Ведь, как говорил Максим Горький, не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Должна быть связь поколений. И сегодняшние мальчишки и девчонки должны видеть, чем занимались их родители и деды. В сквере «Юность» ежегодно проходит около 10 подобных выставок. И каждая экспозиция неизменно вызывает интерес местных жителей. Мы всегда смотрим эту выставку с удовольствием, потому что мы коренные жители города Видно, и нам и сами работали на заводе, нам очень интересно. Спасибо тем, кто это делает. Я сам занимался всю жизнь фотографией. И как бы к фотографии всегда ходил на выставки, мне это всегда было интересно. И с интересом смотрел вот эти вот фотографии. Школьные 75. 75 школьные. Ну, здесь-то я на лыжах катался. Вот вдоль заборов. Здесь как раз мы шли туда, во ворах, на полыжне. Хорошее место. Организаторы выставки приглашают участвовать в формировании экспозиции всех жителей Ленинского района. И не беда, если фотографии немного истрепались со временем. Их отсканируют и приведут в порядок с помощью специальных графических программ. Екатерина Борисова, Егор Хлявич, Елена Кошелева. Видное ТВ.